Я стараюсь, я не знаю, наверное, не надо. На этой песне, наверное, не придется стучать. Гитару попробуй. Нормально? Ребята, а как там звук? А то мне звукорежиссер что-то в отмашку не дает. Все отлично. Песня называется «Мы не были времен». Влюбленных. Я ехал после дежурства в трамвае и увидел двоих влюбленных. Вот. Это произвело такое впечатление, что когда я приехал, я тут же написал текст, который практически не изменился. Вот он был белым стеклом написан.
Ну вот, а потом у меня через несколько лет появился музыкальный кусок, и они совместились, получилась песня такая. Сегодня утром в трамвае я видел твоих влюбленных, они странно часто смеялись, и было мне видно отлично, как хорошо быть вместе, как хорошо быть вместе. Она была как роза после дождя в июле, он вовсе не был красивым. Она на него смотрела, так что я стал улыбаться и вспомнил, что сам был счастливым. Все остальные неловко себя ощущали, настолько было заметно, что самое главное в жизни мы не нашли, растеряли. Мы не нашли, растеряли. Кого-то, быть может, злило такое дурацкое счастье, а я готов поступиться за хрупкую радость. Те двое сошли, а я дальше, а я дальше. Спасибо. Как там? Можно шнур вынимать. Сергей Елисеев.